Чего ж ты непочтительное творение Божие? В то время как я, лицо духовного звания, погружаюсь в мысли о преподобном старце Зосиме Финикийском, ты имеешь дерзновение садиться на его дивное изображение, ходишь по нему своими наглыми ножищами, моешься тут, прости Господи. И это я, про которого говорят, что я мухи не обижу. О, Кирилл, воин! Ступай, ступай. На побывку прибыл, в храм пошли. Вот еще. Я только на кладбище, к отцу на могилу. Напрасно. Нынче день всех святых, а значит, и твой праздник. Двух Кириллов, Александрийского и Белоизерского, соседа нашего. А у вас, у попов, каждый день праздник. Отец! А, отец! Благослови, а? Или там что-нибудь с святой водой? Сейчас. Сейчас. Морозов! Морозов, бля! Под трибунал пойдешь! Трибунал. Трибунал. Благослови воинов русских мальчиков этих, сам ведаешь их имена, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пан начальник, водечки треба, холодненькой. Не случись эта война, через 2-3 года все церкви в России, все до единой, были бы уничтожены. Да и вы вместе с ними. Вот какое у тебя тут кино. А? Чего стоишь-то? Свет гаси. Свет гаси. Ты никак убить меня хочешь? А я не знаю. Пока. Не смотри! Отец Александр! Не смотри! Отец Александр, не смотри! Иди! Иди! Ausführen! Show!
Всем разойтись по домам. Отпустите нашего батюшку. Не положено. Ну, пожалуйста. Идите, идите отсюда. Если хотите, возьмите у меня кровь. Зачем мне твоя кровь? Ну, пожалуйста, всю мою кровь возьмите. А ну, брысь отсюда! Поповские выродки. Старичело, к тебе обращаются. А у вас в монастыре поесть можно? Кажется, дождь собирается. А молоденьких монахов много? Да каких монахов-то? Скажите, а укрыться у вас можно? А то дождь вон. Дождь дорогу, это хорошо. Заходите, дети, там видно будет.